I'm alive. Вовка мне тут с утра помогает. Клим еще даже не проснулся. Я мою, режу свой сельдерей. Да, кормлю Вовчика медом. У меня прям просит. Да. Вот этот лучше даже, вкуснее. На. Да, вкуснее. Не, да, не. И вот можешь чаем запить. У меня тут травяной чай. Они меня тоже с удовольствием пьют. Скажи, Клим, я тоже хочу писить, открой. Клим, открывай. А что, ты не хочешь, чтобы он с тобой сидел? Наш первый завтрак. Вовка, давай сам ложечкой. Ням-ням. Покажи. Клим больше не будет забирать. Вова, I'm waiting for you. Климасик с пацанами там слепили снеговика. Он сейчас приходил за морковкой, а мне нет подходящей, только толстая. Пусть в овощную идет. Я так рада, что мои дети гуляют на улице, как мы в детстве. У них есть друзья, тусовки какие-то. Они заходят друг за другом. Климасик накатал сам. Такой огромный шарик. Ты что, хочешь своего, что ли, построить? А чё тот тебя не устраивает? С мальчишками строй? Да потому что они мне не разрешают. Там с друг другом строят. Да ты ж мой зайчик. Меня не подпускай. Алису зови, с ней построй. У нас тут опять сказка. Дети гуляют, катаются на горке. Клим, ты чё, первый раскатываешь горку? Да. Круто. С Вовусиком на пару. А мы сейчас поедем с папкой в овощной. Мне нужно купить ягоды, хурму. Я вот набрала своих сумок. Савель чистит машину пока. Ой, кайф, какой воздух, блин, всегда бы так было. Редкость большая у нас на районе, такой чистый воздух. Я даже на кухне оставила окно открытым. У нас сейчас была очень необычная фотосессия. Вот Катя, фотограф, мы два пузатика. Вместе фотографировались так комфортно, уютно. И есть доверие. Это самое главное. Тем более такой вот необычной фотосессии. Вот спасибо, Катюш, тебе. Пожалуйста. Было очень комфортно это с тобой. Было очень мило и вообще это было классно. Да, мы с Катей постоянно вместе работаем. Все фотосессии, я вам ссылочку на нее оставлю. Не знаю вообще, сможет ли она сейчас принимать. И когда. Ну какое-то да, может. Здесь в волне новые интерьерчики, как обычно, все так красиво. Так. В общем, фотографы тут вам подскажут, что да как можно сделать. И вот, смотрите, сейчас еще на первый этаж сходим. Уложили Вовку. И, наконец-то, еда самая понятная. Нормально поесть не могу. Да. У нас с Климасиком картошечка с салатиком. Из водорослей. Прям туда тебе положить салатик? Да. Брокколи, помидорки, лимончик. И огуречек. Нет, огуречка нету даже. Ну и хорошо. У нас вновь бургеры на вечер от Катюни. Бургеры от Катюни. Отсидила да? тебя. Да-да-да. Соленый огурчик добавь обязательно. Соус остренький. Да? Что там? Мясо жарится, мясо? Мясо жарится. Это куриное мясо, да? Да. Угу. Куриное мясо. Манты с фаршем. Как долго еще я будет? Я уже нахваталась.
всего. Вот, а я хочу, я не хватаю, я жду. Собираю булочки. Смотрите, у меня тут соус супер бомбический. Здесь кешью, вода, горчица дижонская, красный перец и соленый огурец, лимонный сок. И вообще получается супер бомба, лучший соус в мире. И собирайте бургеры из того, что есть под рукой. Вот у меня маринованный лук с уксусом яблочным. Вот такая зеленушка. И вот листья салата тут сохнут. Один бургер готов. Такая красота. Я такую на ночь, конечно, не рискну есть, но Саня в желудок все переварит. Шеф-бургер от Екатерины Сайбе. Просто объедение. Спасибо. Классно. Наш на ужин гречка с подливом. Знаешь, как он дует это? Да? Вот Клим молодец. Погулял на улице, проголодался. Больше всех люблю его кормить Лима! После улицы. Клима! Ну давай еще разок. Нет, давай. Ого, какое мороженое. Да Клим сегодня сделал сам. Клим молодец. Давай я помогу, Клим. Во, пойдем-ка пописим. Вкусное? Такие водоросли мне пришли. Вовка обожает их. На. С мороженым. Очень сочетается. Они, кстати, очень такие специфические. На любителя. Вакаме вкуснее. Мне даже горчат чуть-чуть. По совету моей близкой подруги я решила себе накачать мантры на роды. Оказывается, есть мантры, прям медитации для родов. Когда ты себя настраиваешь на что-то божественное, волшебное, отпускаешь боль. Классно. В общем, нужно выбрать то, что нравится на слух. У меня есть уже такие мантры, которые меня успокаивают, которые ассоциируются с чем-то хорошим. Так что это очень классный лайфхак. И обязательно скачайте именно себе на телефон, потому что если включать YouTube, там что-то можно, эти рекламы вылазить, чтобы этого не было, чтобы вы постоянно на повторе их держали. Чистит, да? На улице кайфушки, да? Да. Неохота заходить даже. Так, это какая, левая, правая рука? Вот, Вовка, таскай снега Климу. Все тает одновременно, но снега так много навалило всю ночь. Шел с ним. Ох ты. Катя в деле. Ой. Катя выравнивает тело арбуза, хотел сказать. Сама как арбуз. Арбуз там ходит. Голова готова, Клим? Да. Давай, поднимай. Ой, мне кажется... Ой. А папка стоит тут в стороне. А что, мы тут будем выравнивать? Разве не сразу? Да-да-да, тут выравнивай. Все пределы. А что у него подбородок-то? Смотри, у него щека правая слишком большая. Чух-чух. О, с дороги. Аккуратно. Воу, Вова. Только не свалите его, хорошо? На, еще. А, еще не на. Давай. Ой, довольный. Не могу я. Я его 100 лет таким не видел. Эй! Вовка, сядь поудобнее. Подальше сядь. Во, вот так вот. Самый счастливый ребенок. Зачем ты лег, Артем, вставай. У меня так. Я ж плакать буду, какая она будет маленькая, эта Ляля Матю, и будет в колясочке своими маленькими пальчонками махать. Мой Масик. Ну, сильно давишь, сыночка. Ну, она такая хорошая. Давай зубки чистить уже, бай. Пора. Кутик. Моя, никому ее нет. Да.
Кто это? Это я. А, что так долго, Вова? Ну, я хотел оформить. Аська уже зубки чистит. Давай, заходи, пупсик. Помощник сегодня посудку вытирал. Пушистый. А, купался же после душа. Вкусный. Вовка, ты почему такой вкусный? Ты папин? У него дела. Ага, куда тебе бежать в 11 часов ночи надо? Клим спит тихо, Вова.